Савадикап, всем привет из города Бангкок. Я и в этом видео, и в последующих буду делиться интересностями ведения бизнеса в Таиланде. Думаю, что многим будет любопытно, либо из этого какие-то партнерства родятся. И особенно интересная индустрия развлечений, в которой мы с удовольствием посотрудничаю. А и в этом видео я поделюсь с вами особенностями регистрации доменного имени. И даже они есть в Таиланде. И вернемся аж в 2017 год. Нужно понимать, в чем же было дело. До 2017 года Таиланд был землей обетованной для всякого рода мошенников и интернет всяких киберпреступников. Почему? Потому что не только из-за замечательного погоды, климата островов, а из-за того, что не был принят закон, который позволяет, ну как в России и в Европе, следить интернет-трафик, звонки, смс. И, в общем-то, можно было приезжать и создавать, ну, например, вот, значит, Darknet Alphaway. Ну, это как Silk Road, только во много раз больше. Он был тоже, оказывается, базировался в Таиланде. Здесь его, значит, владелец припеваючи жил, ездил на Феррари, много домов у него было. Была спецоперация, которая здесь его прикрыли же. Он, как часто бывает в таких обстоятельствах, скончался в тюрьме. И после этого, конечно же, этот закон был принят. Теперь все не только контролируется, но еще и, чтобы просто зарегистрировать доменное имя, вам нужно получить кучу бумаг у юриста, в том числе и зарегистрировать бренд, открыть компанию. В общем-то, целое дело. И об этих особенностях, и о других особенностях, в общем-то, подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. Ссылочку как-то встрою в это видео или под описанием. До скорых встреч!